Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в продаже появились американские контейнеры, которые содержат в себе огромное количество американских машин, как годных, так и не очень. Шансы выпадения в целом стандартные, 0,4%. Все это дело сейчас обсудим и обязательно попробуем несколько штук открыть. Ну а пока, ребят, обязательно обратите внимание, что я появился в Инстаграм. Ссылочка будет в описании под данным видео и под всеми следующими видосами, так что всех жду в гости, заходите, подписывайтесь. Кроме того, предлагаю посетить мой Дискорд-сервер, на котором вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют любовь к танкам. Вы можете ознакомиться с новостями игры, которые публикуются там, как только выходят в официальных источниках, и вы можете посмотреть новости канала для того, чтобы не пропустить все видео, ну и, соответственно, поучаствовать в розыгрыше. Кстати, ребят, данное видео участвует в розыгрыше премиумной машины. Для этого необходимо просто ознакомиться с вот этим вот видосом, для того, чтобы понимать условия розыгрышей на моем канале, ну и обязательно оставить комментарий с указанием своего никнейма. Ну и в дальнейшем уже мы рандомно выберем одного победителя и, соответственно, ребят, дадим ему машину. А возвращаемся к американским контейнерам. Что хочу сказать? Хочу сказать, что шансы выпадения в целом, как я уже сказал, стандартные. 0,42, ну будем округлять до 0,4. Спасибо разработчикам за то, что они сделали возможность получения компенсации голдой за коллекционные машины. За премиумные машинки, обратите внимание, вы получите компенсацию 1,5 ляма серебром. Ну это за машины 7-8 уровня. Что касается машин, те, которые пониже, точнее не так, за 7 уровень вы как раз будете получать лям, за 6 700 тысяч, ну и за те машины, которые выше по уровню 1,5 лямчика, и 3 миллиона за десятку М60. Но, ребят, не все так хорошо, как казалось, потому что здесь, помимо всего остального, есть еще и, как обычно, бустеры и сертификаты на свободный опыт. Скорее всего, именно они будут вам выпадать, потому что шансы самые большие как раз на вот эти вот предметы в контейнере. Как я уже сказал, есть годные машины, есть не очень. В ближайшее время на канале выйдет видео, как выбрать себе премиумную машину. Если хотите не пропустить данный видос, жмите на кнопку подписаться, жмите на колокольчик, убедитесь, что у вас вот так вот выбраны все уведомления с моего канала, для того, чтобы уведомления уже однозначно упали к вам в ленту. Ну а теперь нам ничего не остается, кроме как приобрести себе несколько данных контов и попытаться что-нибудь из них выбить. С моим фартом я больше чем уверен, что нам ничего не упадет. Давайте сразу по ценникам. Есть возможность за 3000 взять себе 3 контейнера, есть возможность, ребят, взять контейнеров побольше. Но мне кажется, что за 15 косарей голды проще просто дождаться машину, которую ты ждешь, и ее приобрести однозначно, чем слить это все и получить в лучшем случае там какую-нибудь семерку, ну а может и того поменьше. Что касается еще других вариантов приобретения, разработчики позаботились о том, чтобы вы имели действительно возможности максимально расширенные, начиная от одного контейнера за 1,5 ляма и плюс еще, ребят, можете взять себе за 9000 8 контов. Я возьму 3 контейнера за 3000, потому что это, в принципе, самый объективно нормальный ценник. Получается, грубо говоря, по косарю. Тратить 6 косарей сразу на приобретение 5 контейнеров я не готов, просто потому что я, чувак, не фартовый, и мне из контов ничего не выпадает. С первого контейнера что мы получаем? Мы получаем с вами большое ничего. Ну, в принципе, неудивительно. Как я говорил, ни на что особо не рассчитываю, только ваш глаз порадовать, трачу 3000 золота. Ну вот как-то вот второй контейнер выглядит, и третий контейнер. Из третьего контейнера мы получаем, ну и опять большое ничего. Не зря, ребят, я не купил себе больше контейнеров, но возможно, возможно, вы более фартовый игрок, и если вам из платных контейнеров уже что-то выпадало и не раз, то тогда действительно имеет смысл попытать удачи. Но все-таки, ребят, рекомендую вам покупать дробно, дабы не слить сразу большое количество золота, ну, соответственно, не расстроиться. Как я говорил, у меня честный канал с честным мнением по поводу того, что происходит в игре. И я ни в коем случае никогда не посоветую вам приобрести себе что-нибудь в магазине, что может потенциально вас расстроить. Вы за честность? Тогда подписываемся на канал, давайте будем дружить. Я побежал снимать для вас следующее видео, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!